Привчудел, сегодня у нас тест новой рубрики, которая называется «Черновики». Возможно, это не новая рубрика, а единичный выпуск в принципе. Посмотрим, что будет. Есть, короче, песни, которые я писал когда-то давно, или, может, недавно, но, типа, ничем это не закончилось. Просто придумал там что-то, текст, музыку, да, все придумал, все партии. И записывать не стал. Иногда больше придумано, иногда меньше. То есть иногда придуман только текст, иногда только как-то какой-то рифак. Но суть не в этом. Не, суть как раз в этом. И я подумал, почему бы сейчас нам не заняться этим, чтобы посмотреть, а что бы было, если бы мы закончили эти черновики. Мы с вами. Как же я без вас закончу эти черновики? И сегодня у нас супер-читерский выпуск. Я нашел черновик. Супер древняя песня. Не знаю, когда ее написал. Может, в школе еще. Типа, в прошлом году, значит. Не помню. Текст супер древний. Такой наивный, подростковый. Вам должно понравиться. И музыка супер простая. Три аккорда. Но суть вся в динамике, в аранжировке, в построении композиции, в драматургии. И почему выпуск читерский? Не только потому, что там три аккорда и текст уже готов. А потому что есть Guitar Pro файл. По молодости своей я любил делать музыку в Guitar Pro. Да, я тоже проходил этот этап. То есть не просто табы накидать, а накидать табы, прописать барабаны, эффекты положить. И, в общем, как будто бы ты уже записал песню. Возможно, это причина того, что я дальше дело не продвинулся. Потому что складывается стойкое ощущение, что ты уже все сделал и дальше ничего делать не надо. Раз партия прописана, гитары. Два партия, ну, той же самой гитары, просто, видимо, с перегрузом. Бас-партия. И не просто по нулям, еще тут есть какие-то басовые ходы. Перегруженная ритм-гитара. И акустическая гитара. Это барабаны, на самом деле. И вот акустическая гитара. И еще гитара на чистом звуке. Давайте послушаем, что это такое. Давайте послушаем. Вступление звучит так. Дилея тут навалено немерено. То есть, если мы отключим все эффекты... Когда в Guitar Pro появилась возможность накладывать эффекты, то мир поделился на до и после, лично для меня. Вот тут у нас дилей навален какой-то от балды. Без дилея это звучит попроще. Но, естественно, без эффектов никуда. Ну понятно, и это основная тема песни. Она будет всю песню, и в этом и весь прикол. Осталось добавить что? Пару аккордов, точнее три. И барабаны у нас выступают, мощно прям драматизм нагнетается и... Бочка, прямая. Аккорд один и тот же на акустической гитаре. И тут другой меняется. Третий и все. Песня готова. Осталось прикрутить монитор, как говорится. Ну и вот прикручиваем монитор. И получается у нас что? Кайф! Перегрузик. Какая-то еще херня. Бас, бас. Вы послушайте этот басовый ход. Ну разве я не гений? Отлично. Так, и перегруженная гитара у нас. Ну, в общем, и все. И дальше у нас идет куплет, типа припев. Припева тут на самом деле нет. Еще один куплет. Потом идет проигрыш на акустической гитаре, такой драматичный, да? Заставляет задуматься, да? И сейчас... Это херня сначала. Но она почему-то дольше обычного, да, продлилась. Ну и у нас концовка, кода. Сейчас начнется. Нагнетаем и... Вот, песня вся готова. Я подумал, почему бы ее не записать? Чё она лежит без дела? Когда она вообще была сделана?
Неизвестно, блин. И вообще, в альбом «Обратно», который 2017 года... Он 2017-го? Короче, в том альбоме должно было быть песен, по-моему, 18 или 20, по моему изначальному плану. И это, наверное, в том числе. Но получилось 9. А в альбоме «Мрак» должно было быть тоже больше песен, но получилось 5. И, видимо, все вот эти песни, они у меня где-то долежат. И, наверное, почему-то я их отмел. Почему эту отмел, не знаю. Вроде хитяра, да? Это вы еще текст не слышали, вы что? Ну все, у нас тут... Это нам не надо. У нас 3 аккорда. ЕМ. А дальше аккорд С что-то там. С5 и открытые струны. И... Такие там ходы тоже были, они в табах прописаны, но к этому позже вернемся. Ну а основное вот это вот пиликало, это вот, вот так играется, видимо, да? Все, песня готова. Спасибо за просмотр. Ладно, ладно, давайте записывать это все дело. И барабаны, главное, что уже пробиты. Можно экспортировать их через MIDI и загрузить на барабанную дорожку. Потом, может быть, чуть подправим, а может, так и оставим. Это все-таки черновики. Выяснилось, что с барабанами там полный крах. И не только с барабанами. В общем, песня на самом деле в 180 BPM, а в Guitar Pro поставлена 140 BPM. И, видимо, я этот... как-то забил на это и попытался все уместить. Если включить метроном в Guitar Pro, то звучит это все очень забавно, потому что получается такая полиритмия модная. В общем, да, я натянул сову на глобус. В сетку 140 записал песню 180. Ну, умел раньше развлекаться, поэтому мы пропишем все барабаны с нуля потом. А пока будем просто под метроном записываться, под нормальный метроном. Хотя эта идея с полиритмами, конечно, интересная. Ну, давайте по-быстрому запишем. Вчера я дописал все партии, показывать это было не обязательно все. Сегодня прописал барабаны и постарался как-то свести всю эту минусовку. Ну, прописал в смысле партии, которые были у нас в ГТП изначально. То есть ничего нового не заложил. Ну, кроме барабанной партии. Барабаны теперь вообще супер четкие качают. Послушаем. Ну вы поняли. Но правда я вчера согрешил, когда писал акустику под микрофон, акустику Milena Music, наушники не надел, писал. Музло рубило, я писал на микрофон, ну в общем не по технике безопасности. Ну и ничего, кое-где метроном проскакивает там на фоне и еще какая-то хрень. Но забейте, это у нас черновик. Демка будем считать, демка навсегда. Раньше она была ГТП-хой навсегда, теперь будет демка навсегда. И ну получилось довольно миленько, давайте что-нибудь включим, вот. Сейчас будет проигрыш. Ну и так далее. Бас,
гитара, дабл-трек, дополнительная гитара, соло-гитара, акустика, вот это все. Прописали. И я думаю, надо добавить что-нибудь новое, свежее, то, что я никогда раньше не делал. Синты! Но решил пойти по сложному пути, по более веселому. Не прописывать синты в MIDI, а записать прямо вживую. Тем более, что у меня теперь есть четкий синтезатор. Почему бы его не использовать, да? Возьмем Артурию. Обзор смотрите в подсказке. Ну, как минимум, можно сделать пэды вначале, да? А дальше уж как пойдет. Можно больше ничего не делать, вдруг лишнее будет. А можно сделать, вдруг придет вдохновение, я такой, точно, это нам и надо было. В конце концов, обязательную программу мы сделали, теперь можно развлекаться. Разве не в этом смысл? Примерно так. Ну, давайте подберем какие-нибудь пэды. Идеально. Хочу попробовать какие-нибудь кислотные лиды на проигрыш, чтобы вот в проигрыше вначале повторять этот рифачок. Нет, это не так. Я думаю, вот это норм. Остальное, то, что я напридумывал, какая-то хрень, если честно. Все, я закончил запись. По-моему, слушабельно получилось. Сейчас вы послушаете. Какой там видеоряд подставить, я честно не знаю. Места на камере очень мало осталось, потому что снимал я все это 2 дня. И там, представьте, что я подыгрываю на всех инструментах. Ладно, я что-нибудь придумаю, подставлю. И, в общем, пишите, как вам идея такой рубрики, рубрики «Черновики», потому что все делают каверы на какие-то чужие песни, да, наживаются на чужой славе. Я делаю каверы сам на себя, причем на невышедшие песни. Кто здесь крут? Минусовка на Патреоне. Кстати, спасибо всем, кто меня поддерживает на Патреоне. Скачать в Телеграме, послушать ВКонтакте, ну, вы все знаете. Подписываемся, не стесняемся, проходим, слушаем. Болезни надо лечить, уроки надо учить. О смерти надо не думать, о смерти надо забыть. О смерти надо не думать, надо забыть.
Урод от мира машин, урод от мира людей. Болезни надо лечить, уроки надо учить. О смерти надо не думать, о смерти надо забыть. О смерти надо не думать.